что сделано прокуратурой района за истекший период 2023 года в целях обеспечения законности, в каких сферах выявлено больше всего нарушений, что значит прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Смотрите программу «Прокурор» в теме 7 августа в 18:15. Гость в студии Сергей Григорьев, исполняющий обязанности прокурора промышленного района города Самары.